знаю, генерал-майор. Международный российско-французский космический экипаж для проведения первого этапа предстартной подготовки к космическому полету на комплекс «Мир» прибыл на космодром Байконур. Принято. А вещи берут там? Все возьмут. Все возьмут. У меня главное, чтобы компьютер забрали. Сегодня ничего нового не появилось. То, что было. Ракет. Топился. Пока в левом, потом в правом. Ешь его, как нормальные люди. С собой.